Синем Кобал. Она считается одной из самых красивых актрис турецкого телевидения. Мелиса Аслы Памук победила на конкурсе «Мисс Турция» в 2011 году, стала популярной благодаря сериалу «Черная любовь». Саадет Акасой получила широкую популярность благодаря сериалу «Великолепный век». Тугба Мелис победительница конкурса «Лучшая модель Турции» и «Лучшая модель мира». Эда Эзеркан стала популярной благодаря сериалу «Запретная любовь». Серен Хиндистан финалистка конкурса «Мисс Турция 2007». Джансу Дере актриса, модель и участница конкурса красоты. Снялась в ряд успешных сериалов. Берен Саад стала популярной благодаря сериалам «Запретная любовь» и «В чем вина Фатмагуль». Нургюль Ешильчай получила широкую популярность благодаря сериалу «Любовь и наказание». Бирдже Акалай получила мировую известность после выхода сериала «Черно-белая любовь». Селен Сайдер победительница конкурса «Мисс Турция 2007» и «Лучшая модель Турции». Фахрия Эвджен. Ее называют «Восточной Моникой Беллуччи». Снялась в ряд успешных фильмов и сериалов. Туба Буйкустун получила широкую популярность после выхода сериала «Оси». Неслихан Атагюль получила широкую популярность после выхода сериала «Черная любовь». Ханде Эрчел получила широкую популярность после выхода сериала «Постучись в мою дверь».